Блюдо альтернатива макаронам с сыром. Оно получается очень ярким и очень вкусным. Советую обратить внимание на рецепт, так как уверена, что такие макароны понравятся детям. Блюдо очень интересное и оригинальное, но чтобы оно получилось еще и вкусным, точно следуйте рецепту и соблюдайте количество ингредиентов. Макароны 200 грамм. Свекла, 1 штука. Рикотта 150 грамм. Сыр тертый, по вкусу. Фисташки, по вкусу. Уксус бальзамический, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Масло оливковое, по вкусу. Количество порций, 2. 1. Свеклу натрите на терке. 2. Обжаривайте с добавлением масла около 5 минут. 3. Добавьте натертый сыр и перемешайте. 4. Макароны заранее отварите и добавьте в сковороду. 5. Все перемешайте и снимите с огня. Добавьте рикотту, посыпьте рубленными фисташками. Подавайте к столу. 6. Приятного аппетита!